Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, в принципе, ребята, что я хотел? Давайте сначала, я хотел, не помню, или текстурпак поменять, или что-то такое. Ну, я хочу вас спросить, какой вам больше нравится текстурпак. Вот этот, с которым мы как бы играем, да? Или вот этот? Покемонский, я не знаю, что-то мне захотелось. Так, ну вот. Такой, ребята, вот такой текстурпак, то есть, что-то тут так хреново пишет, вроде по-английски, то есть. Хрен его знает, честно. Ну вот, короче, такой текстурпак, то есть, ну, покемонский, да, более такой, детский, можно и так сказать. Ну, я не знаю, просто хочет, нет, это какой-то уж слишком... Ну фиг его знает, но так вроде красивый, то есть вода красивая, цветы тоже красивые, более так сочетается. Просто старый уже немного поднадоел, столько уже его используем. Как вы заметили, ребята, наверное, уже, я уже достроил магазин, да, то есть он тут, смотрите, мы уже можем продать лечилки. Видите, как что-то перевод такой русский. Так у меня же вроде не русский стоит. Английский. Сейчас, 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 сейчас. Ну вот, английский. А вот так нормально. Даймонд. Ну ладно, вот, ребята, тут лечилочки мы продаем. Тут мы камни эволюции продаем. Тут покеболы продаем. Тут шапки. Тут шапки, еще шапки. Тут мы покупаем золото. Давайте пока что все-таки мы вот это поменяем на вот этот. Вот так. И, в принципе, ребята, смотрите, тут я уже сделал то. Тут, смотрите, вот что я нашел. Ящики, то есть в ящики тоже можно кучу вот этих все складывать. Ну, в принципе, нормально. Вот еще один продавец, в котором мы покупаем алтари, да, за 128 алмазов. Раньше у нас же было 200. Ну, просто сейчас уже их можно купить в магазине. Раньше же было, что мы просто-напросто кладем или выкидываем наши алмазы, да, из креатива берем себе алтари. Ну, как бы, это и так обновленная версия, да, то есть максимум 64 можно поставить. Но тут уже два слота появилось, что можно поставить. Поэтому в сумме получилось 128. Больше нельзя поставить за большую цену. Максимум 128. Ну вот тут мастербол еще, ребята. Ультраболы, удочка. Большой бэкпак, чтобы у нас был опыт. И вот тут вот эти всякие зачаровальные книжки. Может потом пригодится. И вот так у нас, ребята, получилось. В принципе, более-менее такой магазин у нас получился. И сейчас, ребята, сейчас давайте-ка я вот эти шмотки уже переставлю вот сюда. То есть не шмотки, а с помощью чего создавать продавцов, да? Так, это сюда. Сюда, сюда, сюда. И сюда. Отлично, это кто у нас? О, тебя можно убить. Не, ну, в принципе, ребята, если... А тут... А тут кто? Этикет. Старли. Я не знаю, давайте еще раз попробую выключить шейдеры. Ну, без шейдеров очень, мне кажется, заметно, то есть... С шейдерами как-то уж, не знаю, что-то меня очень глючить начало. Не знаю почему, но, ну ладно. Без шейдеров более так нормально. Ух, нифига себе, 88 уровень. Давайте-ка... Ни хрена себе. Что-то мне кажется, хрен мы его убьем. Пикачу, давай хотя бы... Ты чё, прикалываешься, что ли? Да он мне даже не дает ударить. Наконец-то. Куча опыта дал он, но только потому, что у нас почти что все покемоны мертвые были. Ух ты, ни хрена себе. Это новая шапочка, такой у нас еще нету, ребята.
То есть, наверное, еще один магазин нужно будет делать, чтобы еще вот эти шапки продавать. Нужно еще пару модов установить, а то нельзя перетаскивать очень быстро. Что еще хотел? Ребята, харе уже спрашивать, когда будет сборка. Я в предыдущей серии сказал раз 10, что сборка будет тогда, когда я скачаю все моды, что нужны мне для сборки. Когда я проверю, что сборка действительно работает, что нету багов, нету лагов, нету выкидов, и что, в принципе, она полностью рабочая, что не будет никаких проблем, чтобы играть на ней, вот тогда я выложу сборку. А я не знаю, люди, как люди вообще... Вроде под видео оставляют комментарии, да, что выложи сборку, но я же видео говорю раз 30, что сборка будет тогда, ребята, когда я полностью сделаю эту сборку. То есть, когда она полностью будет рабочая, когда я установлю все моды, и тогда, когда ее нужно будет выкладывать, да, тогда я ее и выложу, и, в принципе, вы тогда сможете ее скачать. А люди вроде ставят, комментируют под тем видео, но как бы они или не слышат, что я говорю, или еще что-то. Но я реально говорю раз 10, что сборка будет позже, как сейчас я говорю, но, наверное, и так никто толком не услышит, что я говорю, и поэтому опять будут писать, что где сборка. Ну, фиг его знает. Но я говорю, ребята, сборка будет тогда, когда я добавлю все моды и полностью убедюсь, вот это, что она рабочая, да, что можно ее выкладывать, и что люди потом не будут жаловаться. Вот, я скачал сборку, а сборка такая лагучая, что ты бы ее лучше даже не выкладывал. Ну, такие будут 100%. Поэтому зачем ее сейчас выкладывать, если она еще полностью не рабочая? А если вам так не терпится, ребята, то, в принципе, можете просто на сайте официальным скачать Pixelmon, да и установить себе его куда хотите. А сборка, я говорю, ребята, будет позже, потому что... Она толком еще не рабочая. У меня глючит, я еще все моды не установил, которые мне нужны. То есть моды же все перетаскиваю с предыдущей версии на эту. То есть нужно заново искать. Некоторые моды не сочетаются, некоторые не работают, некоторых вообще нету. Поэтому говорю, ребята, сборка будет тогда, когда все будет работать. Эх, надеюсь, что я уже объяснил, но говорю, и так не все услышат. Ну ладно, хотя бы попытался объяснить. Ну, хотя бы надеюсь, что пару людей да услышат и не будут больше писать, где сборка. И да, давай уже сборку, потому что мы перешли на новую версию только в предыдущей серии, а уже столько людей написало, что где сборка. Уже столько людей спросило, где сборка, а мы только сыграли одну серию на новой сборке. А вы уже хотите сборку, ребята. Это как-то... Как-то. Так, давайте-ка мы сейчас сюда поставим вот это и вот это. Отлично. Еды у нас уже тут, смотрите, охренеть, 4 стака картошечки. Давайте-ка мы яблоко, 20 траркенди, нормально. Нормально, тут у нас что есть? Ух ты, нихрена себе, у нас тут тоже куча вот этого есть. Что я хотел, ребята? Что мы можем сейчас в магазине себе купить? Нам минимум еще нужно прокачать нашим покемонов уровней так 5. Хотя к 45 уровню нам нужно прокачать как минимум каждого покемона. У нас есть уже 46 и 48. Ну, как минимум нужно к 45 всех. То есть Меганиум, Пикачу, Пиджиот, Иви нам еще нужно прокачать пару уровней, чтобы... Ну, чтобы уже покупать Ракенди, потому что если сейчас мы будем покупать Ракенди, это просто очень дохрена выйдет. Если вот сейчас покупать Ракенди, давайте посчитаем. 12, 14. То есть 26 Ракенди, чтобы прокачать двух покемонов к максимуму. Потом 26, 40, 48 Ракенди, чтобы прокачать трех покемонов к максимуму. А 48 это дохрена, ребята. Честно. Поэтому... Так, вот эти залагивания, когда ты летаешь, хрен его знает, или это... Честно, я не знаю, почему оно лагает, когда летаешь. Я не знаю, ребята, я уже и Майнкрафт переустанавливал столько раз, что это сдуреть просто можно. И Яву переустанавливал, но вот Майнкрафт у меня почему-то глючит, вот... Или это моды глючат, хрен его знает.
Когда вот, например, куда ты летишь далеко, он начинает глючить, и фиг поймешь, почему оно глючит, честное слово. Ох, не знаю, честно. Кто напишет, что комп не очень, тому я даже отвечать не буду, потому что я еще раз скажу. У меня любая игра летит на ультрах. Если ты 5 игр подряд таких запустишь, они будут летать на ультрах. А Майнкрафт почему-то глючит, потому что это Майнкрафт, ребята. Поэтому хрен его знает, если честно, почему он глючит. Ох. Фиг его знает. Говорю, может за модов. Ну, честно, я не знаю почему, ребята. Это давайте сюда поставим. Это давайте сюда, сюда. Вот это все поставим и это сюда. Давайте, может, уже что-то продадим, что у нас просто куча, и чтобы хотя бы уже какие-то алмазы. Давайте сейчас... Это что опять тут делает? Я же вроде не ставлю, оно тут как-то появляется. И фиг его знает. Так, это сюда, это сюда. Давайте возьмем хотя бы то, что у нас просто кучу, и что мы можем продать, и даже не заметим, что мы это продали. Давайте, например, вот это половину, это половину, это половину, это. Еще вот это можно. Ух, куча вообще мунстонов, куча этих лечилок, куча вот этого, куча вот этого, куча вот этого, куча вот этого. Мы даже не все, ребята, продаем, а мы только взяли по половине с того, что у нас и так было куча. То есть, например, там 15 камней эволюции мы взяли половину. То есть там 10 лечилок мы взяли половину. И сейчас, ребята, мы посмотрим, сколько у нас получится вообще алмазов из того, что мы вот это все сейчас продадим. Тут у нас шапки ничего, да, то есть все на этой стороне. Лечилки. Тут у нас ничего, тут у нас мы все взяли. Тут у нас мы тоже все взяли. Тут у нас все. Тут ничего, тут ничего. Тут тоже мы все взяли. Тут. Капут. И у нас уже почти стак, ребята. Тут ничего. Камни эволюции. Камни эволюции вообще куча. Смотрите, ребята. У нас уже стак алмазов есть. Хотя мы даже не все еще продали, что у нас было. А только по половине. У нас почти, ребята, 2 стака алмазов. Охренеть. То есть нам еще пару же вещичек продать, мы себе сможем уже любой алтарь купить и сделать себе любого там... Ну как, любую летающую птицу, да, легендарную. Охренеть просто. Давайте на эти алмазы, я не знаю, может, давайте себе купим, чтобы было уже прям охренеть что. Silk Touch себе купим. Купим себе кучу опыта. Купим себе удочку. Купим себе бэкпак, ребята. Алмазы пока что не будем покупать. И это все, ребята, за то, что мы попродавали пару камней эволюции, пару лечилок, что у нас там валялись. А у нас там еще такая куча вот этого всего, что это просто сдуреть можно. Охренеть. То есть у нас там... Мы с помощью вот этих, ну как бы, мы до хрена, если честно, убивали покебоссов, покемонов-боссов. Но чтобы вот столько у нас алмазов там было, чтобы у нас столько вещей было, это сдуреть можно. Не, ну в принципе действительно, мы же не используем те все вещи, которые мы находим, да, мы же выкладываем их в сундук, и за столько серий мы, конечно же, себе кучу вот в этих всех вещей понадыбали, сейчас у нахих, у нас их, и сейчас у нас их просто действительно очень большая куча. Давайте-ка мы сейчас сделаем, что нам там нужно сделать, наковальню нам нужно сделать. У нас же ее вроде нет, у нас есть только наковальня с пиксельмона, да? А чё, у нас так мало... Хотя нет. Хотя да, у нас только стак... железа. Ни хрена себе. Чё-то очень мало. Я как-то даже не заметил, что у нас так мало железа. А почему так мало? У нас же вроде до хрена было. Чё-то я, ребята, как-то даже не заметил, если честно. Офигеть. Ну ладно, наковальню давайте-ка мы куда-то поставим.
Да фиг его знает, вот тут, например, то есть как раз плавильня, да, и нормально. Мы же... Ай... Мы же, надеюсь, можем еще поставить? Да, конечно, сможем. Охренеть, чтобы это все починить, нам нужно 38 уровней. Охренеть! А почему оно не добавилось? А почему оно не добавилось, ребята? Наверное, все-таки потому, что у нас куча зачарований, и одно, наверное, нужно убрать, что-то такое получается. Потому что 3 максимум вроде. Ну ладно, то есть 10 алмазов профукали, ладно, это такое, просто мне интересно, почему. Бэкпак. Охренеть большой. Алмазиков, конечно, дофига. А ну давайте, может, пойдемте порыбачим. Посмотрим, вдруг там сейчас Кёрджа, да, вытащим. Не, ну конечно, шучу, но все же попробовать что-то можно. О, снайпер! Прицел! Не, не попал. Там где-то, ну ладно, потом давайте возьмем, то есть один ультрабол. Ну чё, ловись там, хрен его знает, Magikarp ловитесь. Чё ещё может словиться? Прозрачная какая-то удочка, то есть... То есть, смотрим, ребята, сейчас может что-то там вытащим, да? Мьюту за хвост вытащим. Ну что-то оно ни хрена не ловится. Давайте еще раз попробуем. Это вроде самая лучшая удочка. Супер. Посмотрим, ребята. Ну что-то оно реально нифига не ловится. Голдин! Ух ты! А с них до хрена вот так вот этой рыбы падает. То есть, так себе ни хреновенько можно... Magikarp. Еще 3! Мы так себе сейчас столько еды наловим, что это сдуреть можно. Давай, давайте, давайте еще Magikarp. Это как бы непростая удочка, да? То есть мы не ловим рыбу, а мы ловим покемонов, а с них падает рыба. То есть сейчас реально там... Так до хрена себе наловим. У нас уже 6 рыбы есть. Чё-то мне показалось, что там клюет. Ну ладно. Показалось. Ну? Ну? Никто? Не хочешь, нет? Это еще кто? Это Пиджи. Чё-то мне кажется, или у него анимация изменилась. Потому что какая-то реально... Да чё ты поплавок? Во! Во! Чё-то реально как-то изменилось. Где он? Как-то по-другому летает или хрен его знает, честно. Ну чё, о! Пулевак! Ну это так... Ух, это чё выпало? Ни хрена себе, чё с него выпадает. Короче, тут такие... Такие вещички с них выпадают, да? Рыба. Так, орбы. Орбы уже, наверное, можно начать прокачивать. О, кто там? Голдин. 26 уровень, ни хрена себе. Так можно нормально прокачаться, ребята. А, так. Волторг, нет. Давайте-ка мы сначала потопаем, словим. Точнее, как нафиг словим? Убьем Волторба, где он? Вот он. Вот он, Волторбушка. А, так, сейчас Чаризард, да? Еще раз. Еще так выпало 3 алмаза, да, можно и так сказать. Так, это можно уже поставить вот сюда. Ну и что, давайте, ребята... Еще попробуем порыбачить. То есть давайте еще как минимум там 3 покемонов словим. Фиг его знает. Точнее, мы себе еду так надыбаем, да? То есть 9
Вот это, ну, конечно, ладно, еду надо ебать. У нас там и так столько еды, что сдуреть можно. Ну, ладно, давайте пока что это мы сюда поставим, алмазики. Раркенди, в принципе, тоже мы поставим, у нас и таких пока что использовать не будем. И что еще можно? И, в принципе, все, да, то есть железо это все пускай будет, да, ой. То есть удочку можно убрать, она и так будет ловиться. Ну ладно. Это выкинем, это выкинем, это выкинем. Это тоже выкинем, то есть чтобы не засорялось место в инвентаре. Ой, кто там? Сикинг, 33 уровень. Ребят, так нормально и прокачаться можно. Хотя мне кажется, мы быстрее будем их находить, чем вот так вылавливать. Мне так кажется, если честно. Но... Так, ну чё, шейдер, я не знаю, ребята, или вот этот, или вот тот. Не шейдеры. Не шейдеры, а текстурпак. Да чё ты, ты же... Ладно. Да иди ты сюда! Сейчас мы, короче, все ультраболы повыкидаем, да и все. Ладно, давайте-ка мы идем пособираем. Потом мы их словим, то есть вот этого летающего, да, конечно. Проще за ним побегать и его словить, чем вот так выкидывать ультраболы. Тут один. Остальные пропали. Да. Или мы их так выкинули куда-то. В воду, наверное. Нет. Ну ладно, пофиг. То есть и так ультраболов... О, тут они. Вот, отлично собрали. Бам-бам-бам. Чё, ребята? Так. Ты. Наверное, в принципе, мы на этом уже закончим, то есть порыбачили мы немного, да? Сейчас, ребята, что мы будем делать, это мы, походу, только будем искать покемонов-боссов, чтобы нам прокачиваться. После этого мы себе просто закупаем нереально большое количество раркенди, да? Ну, хотя бы там стак 2, если... Хотя как получится, нам же для этого и вот эти... яблоки нужны, у нас как... У нас сейчас вроде 20 яблок, а 20 яблок это не так уж и много. Ну, в принципе, ребята, давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.